По случаю 5 марта, Дня физической культуры и спорта, по инициативе вице-президента фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения «Айдия» Лейла Алиевой, на новом бульваре Приморского национального парка состоялось открытие спортивной площадки на открытом воздухе. В церемонии открытия приняла участие Лейла Алиева. Лейла Алиева и участники церемонии ознакомились с условиями, созданными на спортивной площадке. Эта спортивная площадка является первой площадкой, построенной в рамках проекта «Street Workout», реализуемого общественным объединением «Айдия» совместно с молодежным движением «Джаван». Учитывая специальные стандарты «Street Workout», здесь созданы все условия для того, чтобы спортсмены и лица с ограниченными физическими возможностями могли удобно тренироваться. В церемонии открытия приняли участие заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта администрации президента Юсиф Мамадалиев, министр молодежи и спорта Азат Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, представители спортивной общественности. Шакир Гурманов, Юсал Видадиоглу, Афкам Поладлы, Азертадж.